Oh my. Так. Ну кто? Амсерк, у меня к тебе есть один вопрос. Давай. Смотри, ты же знаешь, что у предателей вижен дальше, да? Ну. Смотри, я стоял рядом с загрузкой. Ты никак. И я оттуда не видел, что там два человека уже чинят этот оксиген. Ну, кислород, да? Ну. И ты почему-то решил не побежать туда, в сторону починки кислорода. Подожди, кислород. Кислород. Откуда? Нет, там его еще не починили. Когда ты начал уходить оттуда, там его еще не починили. Почему ты решил уходить оттуда? Потому что уже эта галочка исчезла, точнее стрелка. Не исчезла она еще, не исчезла. Ребята, можно я пару слов скажу? Слушайте, вот еще в начале раунда, когда я стрелял, медиаш подошел ко мне, стал возле этих пушек. Нет, он не стрелял, я как раз таки перестал стрелять, отошел. Он постоял, наверное, секунд 5 просто возле этих пушек и потом тоже отошел. Так, а может, стрелял, да. Может, задание стало типа недоступно? Ну, а зачем ты потом это стоял? Ну, человек затупил, может. Я тебе говорю, я стрелял, мне показал все, я открыл карту. Потому что я с телефона играю, не могу быстро играть. Я открыл карту, закрыл, и только потом могу пойти. Ладно, хорошо. Нет, действие медленнее, чем Но вот меня смутило вот это то, что Амстерг сделал, и я предлагаю сейчас... Я же говорю, у меня вот эти... Скипнуть, но следить за... Следите, за ним, без проблем, что... следите, спасибо. Короче, очень... я за Амстергом прослежу, если я убираю, это Амстерг. Ты ничего полезного не делал. Ты конечно, я ж, блядь, после тебя бегал. Почему ты не бегал за Дарьей? Ребят, еще у меня такой момент. Дипломат и баклажан, я видел, как они сначала загружали, а потом выгружали данные в админке, поэтому они точно нет. Дипломат и Амсерк были вместе со мной, когда реактор перегрузили, они были вообще в другой стороне, мы с ними вместе побежали, так что это не они были. Я видел, как Лафрис исправлял кислород. Я вместе с тобой, Миш, починил реактор, снизу стоял. Они бегали около двигателя. И дипломат со мной бежал. Мы втроем туда бежали. Серк, вообще, блядь, дипломат, ты видел, как Серк просто бегал, не чинил? Да, мы вместе с Вингом этой хуйней занимались, да. Я предлагаю вернуть сейчас Амсерк, да, пускай призраком, если что, делает задание, потому что он, когда не призрак, он ничего не делает. Предлагаю Амсерку. Мне кажется, это он. Да. То есть... Ладно, это видели, сука. А синего убили дипломата в этой, скажите, навигации. Ага, давайте вести подумаю. Я сейчас нахожусь ниже двигателя. Миша, а ты где? А, ну я сейчас в этой главной комнате. Ля, надо думать. Ладно, скипы. Это тоже скипы. Сейчас просто одного еще убьют и нам пиз... как бы. Не, ну на самом деле я знал, что это ты, потому что ты, блин, нижний не починил и почему-то бежал наверх, короче. Но я решил доделать задание, короче. Я сейчас увеличу перезарядку до 40 секунд, потому что это иначе слишком легко для предателя. Я же тебе сразу сказал, нужно. Why are you running? Сука, я знаю, кто это. Гнилая душа у человека. Это дипломат. Короче, я видел, как он пытался выполнить задание с карточками, ни хрена не вышло, потом он гнался за мной. Я видел, как Винт побежал вниз чинить электричество, и он оттуда не вернулся. Я через камеру смотрел. Вниз, да? Он оттуда не вернулся. Навигации был. Ну да, дипломат. Да, я видел, что дипломат и Амсерк были наверху вооружены в этом, да. Я не видел, чтобы дипломат пробегал вниз. То есть у меня единственное подозрение — это все-таки Миша. Тогда мы, короче, мочим Миша. Если нет, то мочим тебя, Лафри.
Окей. Ну давай. Я в чат, получается. Как бы... Дедукция! Дедукция! Где? Около навигации, около навигации. Да, я видел, как он стреляет из этого бластеров, короче, побежал в сторону мидбэя. Видел также Мидоша, который набирал топливо в... Мидоша, я видел, как ты из навигации выбегал. Нет, я просто даю информацию. Я даю информацию, что Мидош мог меня убить в электрощитовой, я его тоже мог убить в электрощитовой, я думаю, что он это подтвердит. Видел Винга, Амсерга вообще ни разу... Я рядом с Мидошем. Мне на самом деле кажется, что это Винг. Я, кстати, все твои задания... Он выбегал из навигатора, не на встречу. Я в навигаторной вообще не был, я сейчас нахожусь с Мидошем в комнате вот этой. Ну не охраны, а там мне где... Мне кажется... Тоннели. Я думаю, Винг. Я думаю, тоже это Винг. Осталось провода только сделать, и вы, блядь, типа, надо... Ну давай, давай, какие ты задания делал? Ну-ка, давай, начнем. Если тебе только провода остались. Туда, провода остались, которые в столовой сейчас и там. Другие задания какие делал? Другие я уже выполнил, все. Ну какие они были? Ну если ты их выполнил, да, они какие-то, какие они были? Что ты делал? Какие задания? Ты же их выполнил только что. Бля, сейчас бы вспоминать. Провода, блядь, я делал. Ну, провода у всех есть, провода у всех есть. Подожди, если ты говоришь три раза провода делал, то ты уже их сделал. Почему тогда тебе осталось столовые? И последние остались, сидел последние провода. Ну, ты провода, что сказал, что ты три провода сделал? Мидош, какого хрена я-то при чем? Ну, это, если это не Винг, то... Блядь. Прости. Значит, я вам говорю. А я вам говорил. Да, Амсерк, это Амсерк по-любому. Это не я, правда. Он это Амсерк, он навстречу бежал. И сразу после этого репорт был. Кому навстречу? А, ну давайте тогда все. Да это не я, вы чё рофлите? Вы сейчас проебёте. Сорян. Ладно, умирайте. Ха. Ну это дипломат, как бы это дураку ясно. Так, ну давайте, ребят. Вот здесь я вообще не уверен уже. Вот вообще не уверен. А, ну хотя подожди, нет. Дипломат, потому подожди. Что с Лафри мы чинили проводку, он там ничего не сделал. Побегал рядом помню. Со мной и все. Ну то, что вы Амсергас спилили, это, конечно, прекрасно. Самый чего? Честный я ютубер. Блин, как Скип за***л, он вроде за своих играет, но при этом своих х***. Friendly Fire! Да х***ц уже, блин, с четверых убил, так. Симуликер убили. Где? Где самолетик надо ставить по пути его? Навигацию. А кто нашел? Я. Мне кажется, это либо. Это либо дипломат, либо Радик. Нет, неправда. Бедный Радик, блять, умирает уже 15 раз просто так. Я со Сергом был в одной комнате. Да, он был. Он там, где я этот пароль вводил, короче, вот эти. Не пятнашки хуйнает, короче. Вот он опять. Оп, это обсер. Ну, блядь, я же говорил. Блядь, ебаный розовый, сука. Кого? Серга. Я могу, если у вас есть подозрения, могу профанить медпункте. Меня Скифча видел, я пробегал мимо. Вряд ли кореобдуре. Это розовый. Это Скифча! Я ход конем делаю. Он гонит это меня Скифча. Даже без доказательств, алё. Блядь. Он гонит просто без доказательств. Где просто доказательства? Блять, я не видел ни Скифча, ни розового, хотя. Сейчас был. Подожди. У... Нет, стоп! Это точно розовый, потому что я видел, как Скифча выполнял задание, ему привалось за это X-Bar. А, молодцы. Если я не прав, то я пидор. Да, я тебе хотел скинуть деньги на лекарство собаки. Да, молодцы, за вас болел, он меня зашатал. Я просто всех перебил, я за Дарка отомстил. Ты я сдохну от красного пикника. Ну, красного пикника. Ну, пикник красного. Если меня вдруг убьют на центре, то, короче, не знаю. Не сможет, потому что саботаж. Так, мне фиолетовый напрягает тоже. Я думаю, сначала красного, потом фиолетового, наверное. Я сначала подумал, я человек слова. Кикайте, я человек слова.
А, ну мне кажется, это не факт. Защите достойно. Я, сука, думаю, что это фиолетовый. Он как-то подозрительно вел. Нет, нет, честно, тоже так. Кажется, что это фиолетовый. Это по-любому фиолетовый. Давайте за фиолетовый. Я на глазах у кого-то. Он еще прям так за мной побежал, а потом увидел, что рядом кто-то. Я такой чуть... Короче, не хлопнул. Обосрался, да? Почти. Испугался. А, ну ладно. Надеюсь. Ну, вы уверены? Да. Закончился? Надеюсь, я прав, надеюсь, я прав, пожалуйста. Да, нет, поешь. Красный. Потом меня, может, если красный нет, то мочите меня. Я человек слова. Ну, типа, знаете, уже такое, типа. Да, да. Я же говорил, что он предатель. Фиолетовый, прости нас. А хочу пригласить вас на собственные сервера по вселенной SCP и Майнкрафт. Так что, если хотите попасть в видео или поддержать проект, то ссылка в описании.